Да, дорогие друзья, я думаю, что меня будет и без того слышно. Вот, ну, микрофон мне в помощь. Я должен сделать некоторые первые предварительные замечания, которые, в общем-то, ну, мне кажется, что они важны, и их нужно сделать для того, чтобы внести некоторую определенную ясность. Значит, вот проблемой, вопросами профилактики асоциального поведения среди подростков, ну вот напрямую, так непосредственно, что называется, да, никогда не занимался. Это с одной стороны. С другой же стороны, будучи непосредственно членом рабочего коллектива сектора социологии девиантности и социального контроля социологического института, мы хотим того или не хотим, и все равно, собственно говоря, вопросами профилактики всегда занимались. Да? Вот, поэтому здесь сказать, что так, что это вот тема такая вот первая, да, для меня не совсем понятная, нет, это, наверное, будет не совсем правда. Да? С другой же, собственно говоря, стороны, хотелось бы сказать, что ну, не претендует на лавры первооткрывателя здесь никоим образом, потому что скорее продолжителем дел очень многих известных достойных людей, которые безумно много сделали в разработке данной темы. Вот. И непосредственно предваряя результаты, которые ну, были получены мной в ходе, собственно говоря, работы над темой, начну вот с чего. Значит, кинулся смотреть, а что же, собственно говоря, есть. При этом я, конечно же, хорошо понимал, да, что есть, кто пишет и как и о чем пишет. Но обратился к широко известному сайту, я им часто пользуюсь, собственно говоря, для того, чтобы посмотреть, а что непосредственно в науке-то делается, да, о чем люди-то пишут, в рамках каких направлений рассуждений идет, да, связанной с темой профилактики социального поведения. Так вот, я пошел на диссеркат и думаю, дай посмотреть, да, а что есть? И мало того, что есть, да, и сколько, собственно говоря, есть информации. И наткнулся на, ну, я бы сказал, что это тонны, масса монографий, книг, диссертаций. Вопрос другой, вопрос, цена ли она, значима ли она, это вопрос другой, да. Но это невероятный, в действительности, широкий, большой, гигантский объем информации, который исчисляется, прошу вашего внимания, тысячами статей, диссертаций, монографий по, собственно говоря, теме. Можно ставить разные поисковые запросы делать, да, но в любом случае может быть 7500, либо 26 тысяч документов. Я понимаю, что могут быть повторы, да, цифры нельзя вот так вот однозначно интерпретировать. Смысл в том, что много, и у тебя возникло сомнение вот какого рода, да, что походу мы увлеклись количеством, а вопрос, собственно говоря, в качестве остается открытым. Ко всему прочему, еще очень важный один такой момент, который меня, наверное, очень тревожит. Мы все привыкли, это расхожие фразы, расхожая точка зрения, которая связана вот с чем. Мы говорим междисциплинарность, междисциплинарные связи, как это чудесно, и сама тема изучения девиации и профилактики, она требует, собственно говоря, вот такого, скажем, междисциплинарного подхода. Да? Но начинаешь смотреть пристально работу, и ты понимаешь, что, собственно говоря, поле психологических исследований, оно ну, труднопроникаемо. Да? И такое ощущение, что часто исследователи, которые занимаются вопросами профилактики социального поведения, будь то детей, подростков или молодежи, они варятся в собственном, ну где-то варятся в собственном соку. Отчасти это упреки и социологам тоже, хотя, мне кажется, мы более открыты и готовы к такому междисциплинарному диалогу. Относительно педагогов есть сомнения вот какого рода. Мне кажется, там построены такие железные пули, непробиваемые стены вообще в принципе, да, через которые попасть достаточно тяжело. Вот, и поэтому это такая междисциплинарность, это такая некая общая идея, которая, как мне кажется, на поверку, когда ты начинаешь смотреть работы, оказывается, в общем-то, не совсем правдой. Поэтому мы делаем исследования, медики проводят анализы, масса, это очень интересно, огромное количество диссертационных исследований, которые выполнены в рамках педагогических специальностей, там чего только нет, и модели, и программы, и подходы, действительно, огромное количество. Но, в общем-то, по большому счету, они слабо оказываются, ну, даже, например, известным специалистам, которые работают социологом, которые работают в поле исследований, которые посвящены профилактике социального поведения.
Можно еще такой один дальше момент. Развивая свои мысли, упираемся вот во что. Я, позвольте за такую, может быть, вольность некоторую в названии слайдов, да, но я пошел это понимать двояко, вот это данное название. Дорогая профилактика, как обращение, да, вот как ценность, как значимость этой работы, которая проводится. При этом я сразу хочу сказать, я никоим образом не пытаюсь сказать, что альтернатив-то, по сути, собственно говоря, нет, да, либо репрессии, либо профилактика. Вот как-то, пожалуй, что так. И вот еще один такой момент. Это первое, да, значимость и ценность этой формы социального контроля. С другой же стороны, есть финансовая сторона вопросов, потому что когда эта выдержка, вот она мне в качестве иллюстрации попалась, я понимаю, что это 13-й год, что это может быть вчерашний день, это не может быть, это далеко вчерашний день, но тем не менее здесь просто мне очень понравились цифры, речь идет о миллиардах денежных единиц, которые выделяются на разного рода профилактические программы, которые реализуются как в целом в стране, так, собственно говоря, и в отдельных регионах в частности. И это понятно, это лишь, собственно говоря, ну, часть, может быть, такая финансовая, которая стала очевидна. Потому что действительно денег много финансируется. Можете со мной здесь спорить, я приму эту критику, эти замечания. Мне кажется, все равно значительное финансирование программ, которые направлены на профилактику социального поведения подростков, оно ощутимо заметно, и мне кажется, заметно. Прошу внимания дальше, двигаясь. Итак, вот они выделяются денежные средства, да, и что может стать результатом-то, да, во что они могут выливаться, вот. И сразу, мне кажется, я двигаюсь в сторону обнаружения вот этих финансовых вливаний в сторону института образования, да. Школа мне как институт социального контроля, где находит свою реализацию профилактика, наиболее, наверное, очевидно, да, вот по какой причине. Потому что, и буду настаивать на этом, то количество, во-первых, по охвату молодежной, подростковой, детской, подростковой молодежной субпопуляции, по охвату, по разнообразию тех программ, которые там реализуются, я уверен, ни один социальный институт не сравнится. В каждой школе, в каждом регионе с десяток этих разных программ, направленных на профилактику самого разного рода, профилактику асоциального поведения молодежи. И чего только не делают. Это и конкурсы, это и фестивали, это и творческие вечера, это и тренинги, масса, гигантская объем работы и действительно невероятное разнообразие различных реализуемых в рамках школы программ. И вот в чем дело, да? И как только они не реализуются, и что только не происходит. И хочется подумать, ну, наверное, и должен быть результат тогда, да? Но результат получается такой достаточно странный. Сейчас мне нужно сделать небольшое такое предварительное замечание относительно представленных данных. Вот здесь, собственно говоря, на слайде результаты опроса 2015 года. Мы в 2015 году провели опрос среди детей, находящихся на сопровождении в ГБУ ГЦСП «Контакт». Это дети, которые, что значит на сопровождении? Ну, дети, совершившие либо административные, либо уголовные правонарушения административщиков больше, уголовников здесь значительно будет меньше. Так вот, да, и я понимаю, возможно, это сложные дети, ну, здесь можно сделать определенные правильные акценты, но тем не менее, казалось бы, да, широкий спектр вопросов, который был посвящен относительно потребления психоактивных веществ и степени информированности о них, да, мы спросили, как вы думаете, трудно или легко достать наркотики в Санкт-Петербурге, дети, вот чистые открытые души, да, они врать, собственно говоря, не стали. Вот, и вполне себе, что называется, да, тут более трети респондентов оценили это как очень легко или как сравнительно легко, вот тебе. Предлагали ли вам когда-либо попробовать наркотики? Здесь, собственно говоря, цифры будут еще более значительны, да, собственно говоря, конечно, нам такие случаи известны, почему же нет? Среди тех и далее, мы спросили, опробовали ли вы?
в общем-то, и опыт у 15%, да, он, собственно говоря, присутствует. И в кругу друзей и знакомых у детей эти люди. Их либо много, либо, собственно говоря, они присутствуют. Да? Поэтому вот вы можете упрекнуть меня здесь за то, что это некоторым образом локальные, не совсем репрезентативные, да, да, но тогда с некоим образом страхуясь, мне очень нравится иллюстративность данного исследования. Результаты репрезентативного для Российской Федерации, для субпопуляции подростков, которые проводились в рамках России, и результаты публиковались в журнале «Наркология», широко известные, очень методически интересное, грамотное исследование было проведено. И тогда возникает вопрос, вот она, это масса программ профилактических, комплексных, системных, да, и что же, а что в сухом остатке? В сухом остатке, собственно говоря, в общем, цифры достаточно, жалко Маргариты Фильм нет, достаточно тревожные, да, и как психологи объясняли вот вторую часть полученных результатов, они говорят, что если хотя бы раз в жизни пробовали препараты конопли, среди друзей прошлых порядка 30 таких людей, то цифра 18%, она, скажем так, несколько занижена самими респондентами, потому что якобы ребенку тяжело говорить правду самому про себя, поэтому, наверное, цифра должна быть и, скорее всего, она выше. И это к вопросу о... Еще, если опять-то, собственно говоря, обращаться к результатам, допустим, опросов, опять репрезентативных, которые делались в рамках непосредственно всей Российской Федерации, то здесь некоторые выдержки из результатов опросов, которые реализовывались в том числе и среди подростков, да, но среди такой вот широкой молодежной субпопуляции, они свидетельствуют о наличии проблемы, которая характеризует потребление психоактивных веществ. Поэтому опять, как относительно вот этой самой, может быть, эффективности-то программ профилактических, реализуемых среди детей и подростков. Здесь, в этом контексте, в связи с этим, да, вот эта выдержка из книги «Монография. Девиантность подростков. Теория, методика и эмпирическая реальность». Она была напечатана в 2001 году. Замечательные авторы, и Гелинский, и Иосиф Наумович Гурвич, и там целый авторский коллектив. И среди итогов этой книги, да, в 2001 году широкое исследование по детям Санкт-Петербурга было сделано, да, они писали следующее: девиантность и промискуитет настолько широко представлены в субпопуляции школьников, что девиантностью следует считать скорее их отсутствие. А как же так, хочется спросить, да? Почему мы говорим об этом? Я считаю, что эта фраза, да, по прошествии почти более уже, да, 15 лет, она сохраняет свою актуальность. А мы, собственно говоря, да, по-прежнему реализуем разного рода профилактические программы. В сухом остатке результаты, в общем-то, собственно говоря, достаточно жидкие, скажем, простите, пожалуйста. А теперь несколько слов вот о чем. Обратившись, хорошо, да, вот у нас есть школа чудесная, ВУЗ. У меня был исследовательский проект, который был посвящен социальному контролю в ВУЗе. Мне было интересно, какова была реакция высших учебных заведений на социальные отклонения. В конечном итоге прихожу к таким, я понимаю, вполне возможно, и спорным выводам, да, которые позволяют говорить о факторах отставания социального контроля в ВУЗе, либо, собственно говоря, сколько недостаточности, а неразвитости профилактики в вузовской среде. Что можно было бы назвать в качестве факторов, которые говорят о недостаточном развитии социального контроля в ВУЗе? И здесь, прежде всего, возникает идея отрицания или замалчивания проблемы.
зачем? Ну хорошо, ладно, ну напился какой-то студент. Ну что обращать на это внимание? Это вопросы роста, это не массовые явления. У нас масса других вопросов, как мне говорили, ну что вы пристаете к нам? Незначимая, незначимая проблема, которая не получает своего, в общем-то, такого... широкой дискуссии. Среди прочего, в общем-то, собственно говоря, да, традиционная слабость и неразвитость. Ну, объясню. Спрашивала у девочки, например, скажи, пожалуйста, если у тебя будут проблемы, вопросы, ты испытываешь, очевидно, есть, да, ты знаешь, к кому в ВУЗе можно было обратиться? Да, ребенок смотрел на меня совершенно такими грустными глазами, говорил, нет. Мне эта информация недоступна. Я спрашивал у одной девочки, скажи, пожалуйста, хорошая девчонка, 100% посещаемость, все прекрасно. Скажи, пожалуйста, ты можешь мне назвать какие-то профилактические программы, которые были реализованы в процессе твоего обучения? Она говорит, да, когда-то меняли сигареты на сигареты на конфеты. Ну вот было что-то, собственно говоря, подобное. Ну, все это максимум, что было. И такая ситуация не в одном, а в общем-то, я говорю, это скорее сказал о системности проблемы. Еще. Не дай же Боже, это же страшная вещь, если кто-то узнает, что у тебя кто-то тут покуривает, попивает, вот, да, или нецензурно ругается. Поэтому бережное отношение к репутации, борьба за общественное мнение – это фундаментально важно. На этом фоне вся работа по профилактике, она действительно меркнет и теряет всякий смысл, поскольку для нас ценно... А вот это не какая-то там профилактика, поэтому и еще, когда передо мной стоит вопрос, как заплатить за коммунальные услуги, как заплатить людям зарплату, вопрос исключить зарабатывание средств, да, тоже важно, но, в общем-то, собственно говоря, все эти вещи, они, ну, как бы, мне кажется, отодвигают на второй, на третий, на четвертый план вопросы, связанные с профилактикой социального поведения. Вот, и все-таки прихожу к выводу, к мнению следующему, что... А вот эта тема профилактики в ВУЗе, да, она, ну, наверное, что ли, не знаю, власти не шибко интересна, поэтому вот присутствует очевидная, внятная программа государственной поддержки, программа социального контроля в школах в ущерб ВУЗу. Мне кажется, ну, она по документам чувствуется, она по количеству программ реализуемых в школах чувствуется, да, по объему финансирования тоже. Вот, еще. Представим себе следующую, другую картину. Ну ладно школа, ладно вуз. Но есть, собственно говоря, широкий спектр организаций, которые занимаются, которые осуществляют непосредственно, как правильно сказать, вот эту вот эту профилактику. Да, и речь идет о специалистах по социальной работе с молодежью, которые в случае выявления, да, как проявления девиации со стороны подростка, он ставится на учет, включается работа государственной машины, и к нему подключается вот этот человек-помощник, да, скажем так. И, собственно говоря, здесь возникает следующий вопрос. Что может он? До какой степени он может оказать помощь? Может ли он, приходя в семью, они приходят в семью, они должны ходить в семью, они посещают в обязательном порядке, могут ли они наладить отношения между мужем и женой? Они способны ли, не знаю, решить жилищные проблемы семьи? Может, они денег могут дать им? И тут вопросы скорее больше вопросов, и ответов на эти вопросы скорее нет, 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 нет. Помощь может заключаться в том, что ты приходишь в школу и говоришь, пожалуйста, дайте возможность ребенку 9 классов отучиться. Да, далее мы пойдем в техникум, колледж, и мы оставим вас, мы не будем нервировать. Вы повысите свой рейтинг школы в рамках системы внутришкольной системы, которая учитывает различные негативные социальные проявления. Школа соглашается, ждет, не дождется, пока этого ребенка, собственно говоря, можно будет исключить. Вот. Мы можем помочь в плане того, что мы можем обеспечить проведение досуга ребенку, устроить в АДОТ или АДОТ. Ну, очевидно, да, учреждения дополнительного образования, всевозможные дома творчества и АДОДы, отделение дополнительного образования, это то, что действует при каждой школе, где есть своего рода кружки. Вот сюда, собственно говоря, да, можем сводить в музей, на выставку, но тоже это очень достаточно разовые вещи. И хорошо, наверное, самый недейственный способ, а такой наиболее часто используемый, поговорить по душам. Насколько, собственно говоря, у этих людей, у этих специалистов по социальной работе есть, как правильно выразиться, достаточно рычагов, инструментов для того, чтобы
помочь справиться ребенку с существующими проблемами. Здесь, мне кажется, тоже существуют определенные серьезные ограничения в помощи. А, собственно говоря, этот вопрос, насколько превенция, насколько она реалистична и эффективна, этот вопрос как раз таки мною почерпнут в трудах у Якова Ильича. И ответ, наверное, я пока так вот найти не могу, и скорее приближаюсь к некоторому, да, этому ответу через непосредственно те вопросы, которые здесь задаются. Действительно, очень важный такой момент. Итак, к самому началу, мы говорим с вами, да, вот до сих пор нет убедительной, об эффективности той или иной превентивной деятельности. Масса программ всевозможных, самых разнообразных, а вот как-то почему-то по-прежнему пьем, по-прежнему курим, по-прежнему активно занимаемся промискуитетом, и не совсем как бы вопрос на что выделяются деньги. А зачем тогда, собственно говоря, это все нужно, если это не приносит какого-то такого вот видимого, очевидного, правильно, хорошего результата. Никак не удается немножко потрудиться для приведения реальности в соответствии с разумом. Ну, это такие идеи просвещенческие. Вот. И очень хорошая вещь, да, вот так же, собственно говоря, в книге Якова Ильича следует, и так думаешь-то, следует отказаться от надежд, связанных с иллюзией контроля. Вот, да, и там же у Гелинского выдержка из Стерна, да, я вижу в идее превенции часть серьезнейшего заблуждения столетия. Мне кажется, это такие достаточно резкие замечания, несколько замечаний, наверное, это стоит воспринять в качестве таких, знаете, штрихов к проблемам современной профилактики социального поведения по подростковой среде. И еще следующий момент. В 2013 году реализовывали опрос среди студентов РГПУ, причем нас интересовали, это под самый март месяца, это интересовали студенты первого курса. Широкий спектр вопросов был. И среди прочего, при обработке данных вопрос был открытым. Мы спрашивали у них, какие мероприятия, в которых вы принимали участие в этом году, напомню. Сейчас я объясню, почему рассказываю об этом. Идеализируя ситуацию, предваряя, я думал, что я получу-то при обработке данного вопроса. Я полагал, что студенты первого курса, они пришли учиться. И буквально, вы не поверите, буквально с десяток человек. Мне в ответах в анкеты написали. И вот здесь вот то, что они писали, по степени частоты встречаемости расположено, да? Дети говорили о КВН, о дне первокурсника, о спортивных состязаниях, разнообразных праздниках, конкурсах и поездках. Они говорили не про конференцию, не про круглые столы, не про походы в библиотеку, не про ценность прочитанной новой книги. Были такие, но я говорю, их было буквально десяток, может быть, вот таких, условно скажем, ботанов. А что интересно, собственно говоря, студенческий молодежь, да, это очень характеризует, да, молодость, интересует веселье, нужен праздник. И отсюда, собственно говоря, родилась такая мысль. Может быть, давайте говорить все-таки, да, вот если говорить-то о профилактике, может быть, стоит говорить о ней как в контексте категории праздника. И здесь, собственно говоря, мне попалось достаточно интересное исследование, которое было реализовано, целый исследовательский проект, который был рассчитан с 7-го продолжался по 11-й год, был реализован в Ньюкасле, в Великобритании, и был направлен, собственно говоря, на профилактику подросткового пьянства и алкоголизма. Много сделано чего было, но что было среди тех мер, которые были адресованы непосредственно детям? Мне безумно это понравилось, понимаете? С ними не велось долгих, нудных профилактических бесед.
никто не пытался расклеить плакаты, которые никто не читает профилактически. И при этом, когда мы с Стасик спрашивали у студентов, я интересовался, вы как относитесь к этим формам? Сказали, все глупости, никогда не смотрели, никогда не читаем. Вот, так как некий фон, мимо которого мы проходим, это может висеть, но, собственно говоря, ты можешь туда годами ходить, но вот этих вот о плакатов о ценности ЗОЖ вряд ли ты на них, собственно говоря, посмотришь. А здесь люди, видимо, пошли по-другому, да, вот эта адресность программы, я хочу говорить, хочу, если хочу услышать ребенка, должен говорить на его языке. Я должен, если простите, если хотите, должен веселить. Поэтому, да, вот эти вот профилактические мероприятия, они были широкого плана. А чего они касались? Здесь тебе и уроки граффити, и строительство рампы для BMX, это и занятия уличными танцами, и кулинария, девочек учили красить ногти, там были масса мероприятий, связанных с созданием своих собственных сайтов, обучения, да, ну, это, в общем-то, хочу сказать, достаточно такие, ну, как мне кажется, яркие события жизни. Поэтому думается, да, что может быть, коли альтернативы, по большому счету, профилактики, ну, сложно что-то было бы придумать, вот, поскольку она гуманная, демократическая, такая либерально ориентированная форма социального контроля, так, может быть, собственно говоря, она должна не быть скучной, и, наверное, быть вот такой веселой и разнообразной. Вот, пожалуй, что у меня все. И спасибо уважаемым коллегам и за внимание, и за терпение. Вот. Если у вас возникли какие-то вопросы, в силу своих способностей, я буду стараться на них некоторым образом ответить. Спасибо, Константин Юрьевич, за столь эмоциональный доклад. Ну что, уважаемые коллеги, может быть, возникли вопросы по ходу дела? Там, Константин Юрьевич, на самом деле с профилактикой вообще, в принципе, все понятно, и даже ваш тезис относительно того, что должен быть праздник, а не там то, что вот происходит, плакат, тоже понятно. Просто, на самом деле, почему плакат, это тоже ведь ясно, да, потому что это финансирование, плакат, вот он висит, известно, сколько он стоит, и есть прайс-курант. А сколько вы обучили BMX-у? Как это посчитать? Это понятно все. Вопрос даже не к этому, на самом деле. У меня вопрос следующий. Поскольку я тоже сейчас, ну, как бы некое касательство имею, да, к подобной деятельности, я вот заметил вот интересную такую штуку. Поскольку идет активная пропаганда ЗОЖ, здорового образа жизни, да, есть альтернативная пропаганда НОЖ, нездорового образа жизни, да. Причем построена следующим макаром. Человек, который, значит, как бы начинает пропагандировать так называемый НОЖ, на самом деле он не носит пропагандный характер, да, он говорит, что я вот за НОЖ, я не за ЗОЖ. На самом деле он ничего такого не начинает делать, он не начинает курить в два раза больше, пить там или еще что-то делать, да? Вопрос в следующем. А вам не кажется, что вообще присутствует некий альтернативный социальный контроль, вообще-то говоря, и он гораздо более действенный? Если бы, на самом деле, если, скажем, группе некурящих не нравится, скажем, курение, и среди них есть курящий, да, то они сами как-то, видимо, с ним справляются. Ну, такой. Спасибо. Можно тоже такую вещь? Есть хороший, очень замечательный человек, моя знакомая, местная, которая работает в негосударственной организации, которая занимается, ну, по сути дела, профилактикой, работает с ребятами, которые совершили уголовные преступления, но вот в рамках системы работы идеи пробации, значит, вот были, скажем так, отпущены и не сели, и не получили этот опыт длительного нахождения в местах лишения свободы. Так вот, собственно говоря, этот человек, долгие годы работы в этой общественной организации, приходит к выводу следующего содержания, что скорее профилактика – это дико узкоиндивидуальная, собственно говоря, работа, да? Что это кропотливый труд, а когда ты хочешь рассеять семена добра, собственно говоря, вот охватить этим ЗОЖ, если хотите, да, всех подряд, то, собственно говоря, номер-то, собственно говоря, не очень получится. И такая работа, наверное, собственно говоря, крайне малоэффективна в своей работе. Может быть, поэтому всевозможные вот эти вот реализуемые профилактические программы, адресованные всем, и получают своего распространения. Относительно альтернативного социального контроля, как бы тут правильно сказать,
Опять-таки, вспоминая ваше замечание несколько лет назад, я понимаю, вполне возможно, я не отвечу на ваш вопрос, тем не менее, когда мы спрашивали у детей, скажите, пожалуйста, почему вы курите, среди первых ответов на вопрос был следующий. Такой самый и часто распространен. Это касается и потребления алкоголя, и в части, собственно говоря, и наркотиков в том числе, потому что в моем кругу моих друзей есть люди, которые, собственно говоря, курят. Поэтому влияние окружения вы, собственно говоря, предотвратить не можете никоим образом. Поэтому, когда читаешь литературу, очень часто специалисты говорят, среди рекомендаций, которые можно было бы внедрить они говорят такую вещь, что борьба за окружение подростка, снижение негативного влияния окружения, одни из факторов, которые могли бы обеспечить снижение распространения различных форм социальных отклонений в подростковой молодежной среде. Вот. Да. Я вот на протяжении вашего действительно очень занятного рассказа долго пытался привести действительно в соответствии с разумом, у меня не получилось. Значит, вопрос у меня такой, что было предметом исследования? Если речь шла о неэффективности институтов социальных, не предназначенных для борьбы с наркотиками, в деле борьбы с наркотиками, это одна история. Значит, если речь шла о том, что обучение маникюру может предотвратить употребление наркотиков, это другая история. Но ни в том, ни в другом случае я не услышал ни собственного исследования как такового, да, ничего. Да, я ничего не понял. Понимаете, дело в чем? Я не преследовал цель, скажем так, показывать результаты исследования. Речь моя скорее шла о таких, ну, крупных мазках, наверное, да, о попытке первой постановки вопроса, да, а могу ли я, собственно... первую? То есть у вас никто не исследовал? Еще раз вам говорю, я не претендую на авторство некоторое, да. Для меня скорее для самого было ценно и интересно посмотреть, а есть ли, собственно, могу ли я так рассуждать в этом контексте? Да, а может быть, собственно говоря, ценность-то профилактики, о которой все говорят, не столь ценна. Вот. А может быть, стоит искать какие-то новые, другие повороты в проводимой работе. Вот. Поэтому я не могу говорить однозначно, вот было проведено вот такое исследование. Да? Это скорее мои такие умозаключения, которые были сделаны, стали результатом работы над данной и близкородственными темами. Вот. Поскольку я, например, занимался изучением социального контроля в вузах, поскольку непосредственно я занимаюсь исследованием потребления психоактивных веществ в подростковой среде, то есть, собственно говоря, ну, это и в общем и целом это часть, ну, такой моей научно-исследовательской работы, широкой работы за предыдущие годы. Поэтому еще раз вам говорю, согласен, вполне возможно, здесь нет не существует целостности, а есть, в общем-то, пусть даже, скажем так, я не побоюсь этого, набор общих идей, которые, собственно говоря, сводятся к общей единой мысли о том, насколько реализуемые профилактические программы и сама профилактика приводят к нужной, приводят к цели, направленной на вот, снижение этих негативных проявлений в среде, подростковой среде. Пожалуй, так. У меня вот такая небольшая реплика по этому поводу, по поводу двойственности профилактики. Вот проходя по улицам Петербурга, замечаешь надписи на асфальте. И вот думаешь, там, вот, я фотографирую, я люблю такие надписи. Ну и вот, допустим, там Маша, например, 1300 рублей. Вот ты думаешь, вот она тебе предлагает 1300 рублей или она хочет взять с тебя 1300? Вот, собственно говоря, вот она и профилактика. Вот к чему? Она может, с одной стороны, профилактировать, то есть иметь свою цель, например, а может, кто его знает? Кто, вот эта двойственность, так, пожалуйста. У меня, собственно, вопрос. А вы скажите, пожалуйста, по вашему мнению, если все эти многочисленные программы профилактики не применять, что, по вашему мнению, будет? Мне кажется, да, хорошо. Мне, знаете, дело в чем? Есть такое ощущение, что проблемы подростковой девиации – это проблемы роста. И, ну, не знаю, ну, кто не пил пиво на улице? У кого не было, можно об этом говорить, сексуальных контактов 15-16 лет?
не знаю, кто не дрался, вот, кто не проявлял агрессивность. Мне кажется, что чуть-чуть вырастая, дети сами не справляются. Естественный ход вещей сама жизнь, собственно говоря, встраивает в контекст. И, вот, и может быть, не следует относительно, по крайней мере, детей проявлять такое, знаете, чрезмерное внимание, скажем так, на подростка. Может быть, на некоторые вещи можно было бы закрыть рукой глазами. Даже на употребление наркотиков? Нет, не думаю. Вопрос в другом. Да, я думаю, что, наверное, здесь работа органов должна быть активная, да, которая бы не позволяла детям давать ответы относительно того, давать оценку легкости получения наркотических препаратов. Вот так. Ladies first. Пожалуйста, у меня, значит, создалось впечатление, что вы сделали вывод, мероприятий по профилактике масса, тьма, толку, результата нет. И вы сказали, что школа и вуз обращают внимание на другую проблему. На какую? Вы там проговорили, но как-то непонятно, по крайней мере, для меня было. Какая проблема действительно стоит как реальная, насущная, важная? Для школы и для вуза? Ну, для школы. Ну, собственно говоря, это то, что умещалось бы, прошу внимания, это то, чтобы... сейчас, секунду. Это то, чтобы умещалось непосредственно в рамках этого слайда. То есть значимо очень многие вещи. Значимо получение новых дополнительных ставок. Да? Я хочу больше педагогов видеть. Да? Я хочу новый ремонт в аудиториях, в школе. Я хочу новое оборудование. Понимаете? Вот это, наверное. Да? А еще раз вам говорю, а вот эти проблемы финансового характера, наверное, да, кадровые проблемы, наиболее важны, да, нежели, собственно говоря, вопросы, связанные непосредственно с профилактикой. И еще, вот относительно вузов у меня просто возникло такое ощущение, да, вот есть предписание, да, разработать программу, посвященную тому-то, 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 тому-то. И, собственно говоря, вуз это с радостью делает, да, но вопрос опять-таки, да, у нас есть официальные непосредственно бумаги, а насколько они находят свое отражение, реализацию в практику, опять-таки скажу, что это здесь большие вопросы, большие сомнения. Так бы сказал, да, Наталья Борисовна. Я хотела спросить, как вы считаете, а в чем вообще все-таки миссия вот, по спасению наших детей? А чего мы их сегодня в первую очередь должны спасать? От каких девиаций? Потому что система профилактики у нас и 60-е, 80-е годы, вот эти все термины были очень в моде, да? И, может быть, уже и дети поменялись, и риски поменялись. Может быть, их надо спасать не от вторичных производных проблем, от того, что они что-то потребляют, кто-то на них влияет. Может, есть что-то более серьезное. И хотела только небольшую реплику по поводу здорового образа жизни. Дело в том, что Рособр закрыл огромное количество вузов с указанием, что у них не висело где-то в коридоре что-то про здоровый образ жизни. То есть у нас нет альтернативы. Я понимаю, но это работа для прокурора. Пусть оно должно висеть, да, а смотрит ли на него кто-нибудь, и то, что там данные могут быть 5-летняя или 10-летняя информация, это особо, собственно говоря, никого не волнует. Наталья Борисовна, прошу вас, да, вот простите меня, пожалуйста, я думаю, что ответ на этот вопрос, который вы задаете, вы знаете лучше, чем я. Понимаете, я бы ушел бы сейчас в область какой-то такой, знаете, философских рассуждений, вот. Ну, не знаю, я ратовал бы, наверное, за целостность, за единую культуру жизни, вот за что, да, за целостность сознания, за... Идентичность, фактически, самоидентичность. Наверное, вот так бы можно было бы сказать. Так, ну что?